먹어봐요. Ой, вы что, сэпэк, ты который сегодня, ты же меня опоздал на 20 минут. Ты сделал привет, я не сделал привет, у меня тут туалет. Неправильно. Опять свет было. Как у вас колено? Хорошо. Да? Работа? Работает. Как всегда или как побольше? Побольше. А. Побольше. Чуть-чуть побольше. Я имею в виду, что не болел. Ребят, даже здесь не ошибиться на фланг, когда вы водите, вот последний пас, вот. Вот так вот принял, понятно. Раз, два, раз, два, так, 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 пауза. И последний. Вперед, спокойно. Остановился? Чуть-чуть назад. Два шага. Опять вперед. Остановился. Чуть-чуть назад. Специфики больше включаем. То есть не пятки эти, каблуки, там наши. Да. Несу пейнтбол забьет. Кусочек дал. А они где играют? Давай скинешь, я мог прочитать. Раз, два, три. Сюда иди. Из трех три. Тачку видел? Иди сюда, тут галики, тут такие кондюки. Иногда, ну как, ты должен и угловой, когда подает, ты же не стоишь на ближнем, ты посередине, то же самое и оттуда. То же самое здесь, тебе, ты сделай маленький, вот ты стоишь, сделай это, потому что он уже ушел, и все. Конечно, я не был рад этому эпизоду, и я понимал, что это была опасная игра. И... А как он вообще получился технически? Почему вот именно так жестко пошло? Ну, изначально я сыграл. Мини-бар номер, да, какой? Это, может быть, в нашем номере оставили для этой игрушки? Вы брали ремни? Да. Может, конечно. Да, все вообще уже здесь. Лёсик, тебя увидел, сразу почувствовал, что на твоем фоне точно будет нормально смотреться. А вот и ремни подъехали. Там еще этот располневший мостовой. Ты говоришь сам, блин, рубашечка? Можно будет? Маленькую. А что? Она уже вся маленькая.
Мне не надо ремень, да мне отколет. Я мальчик не маленький. Это вот эти парни там, М-ки, вот эти С-ки. У меня только расческа. Я мне даже расческа не нужна. Это Соболь. Эффектно будет. Не слава. Нам-то. А фонтан? Я не говорю, какой фонтан? Внизу фонтан? Внизу фонтан. Мы если бы возле фонтана быстро сфоткались, бы нас отпустили бы. Да нет, да ладно. Я если бы сыграли на пианино. Нет, ну на пианино мы просто хотим как раз, чтобы кто-то играл, а рядом стоял. Я поэтому спросил, вдруг кто-то умеет. Ну двое. Или Шунин Антон, или Мостовой Андрюха. Он талантливый. Как раз бы. Подожди, кто у нас самый такой? Элтон Джон, остальные солисты группы были. Как раз сейчас мы сфоткаемся, как друг друга слушать. Мы как раз нашли эту парень.